21 липня у Дніпрі пройде благодійний ярмарок добра. Майстер-класи для дітей та дорослих, фудкорти, фотозони, квести – це лише частина програми, що організатори готують для своїх гостей. А серед товарів для продажу – ексклюзивні лоти від зірок шоу-бізнесу, політиків та бізнесменів, різноманітні роботи художників і хендмейдерів. 100% від вартості проданих робіт підуть на придбання подарунків для дітей-сиріт. Подробиці дізнаємось у гості нашої студії, керівниця фонду «Мама плюс я» Наталія Сивак. Добрий вечір, наші гості. Здравствуйте. Что в этот раз проводите, рассказывайте? Очень что-то грандиозное, потому что вот впервые за много лет пришла на эфир с подсказкой. Как обычно грандиозное. Да, как обычно грандиозное, но впервые пришла с подсказкой. Если вы видите, потому что действительно мы не ожидали. И мне хочется сказать огромное спасибо нашему городу, потому что за полтора месяца подготовки к ярмарке добра очень много людей сказали «да». То есть мы абсолютно понимаем, что все работы, которые будут представлены на ярмарке, а это абсолютно разные работы, очень много из них это ручные поделки, украшения, сейчас я об этом расскажу. Вот люди это все отдали благотворительно свой труд, свои деньги, да, свой ресурс. Поэтому огромное спасибо, что вот так откликнулись. У нас на самом деле более 50 локаций будет на ярмарке. Это не только торговля, будет очень много всего разнообразного. Вот я сейчас пойду по порядку, да? Да, давайте для начала, где это будет проходить и как это будет выглядеть? Это будет 21 июля, ресторан «Хутор». Начало в 11 часов и финал ярмарки в 18:00. То есть с 11 до 18:00 до джаза хотите так завершить, в хуторе, да? Да, а потом все плавно перейдут на другую локацию. Итак, что такое ярмарка добра? Ну, во-первых, мы решили сделать так, чтобы все-таки было интересно всем. И маленьким деткам, и родители могли прийти с малышами, и оставить их, и отдохнуть. И подростки, и влюбленные пары, и молодежь, и взрослые люди бальзаковского возраста, и люди уже постарше. Да? Бальзаковского – это еще не взрослый. Ну да. Бальзаковского и взрослые, и те, которые взрослее взрослых, да? То есть мы продумали для того, чтобы действительно было интересно. То есть нельзя сказать, что это исключительно семейный праздник, да, потому что там будет интересно разным абсолютно категориям с разным интересом. Поэтому вот сейчас подробно немножечко на каждой локации остановлюсь. Итак, у нас будет, естественно, огромное количество фотозон, разных фотозон тематических, на которых будут работать профессиональные и фотографы, и можно будет сделать фото на телефон, но на этих же фотозонах будут проходить мастер-классы по селфи, да, здесь же одновременно и по фотосъемке. А также у нас будет работать такой фотобокс, ну, кто еще не знаком, это тематическая такая бывший полароид, да, фотосъемка. Готовая фотка, фото моментально можно будет приобрести. И таких фотозон у нас будет 6, да, где можно сделать будет много очень ярких, красивых фотографий. Так что те, кто еще не успел в этом году себя, свою компанию, или своих друзей, или свою семью, или своих родных запечатлеть, пожалуйста. Да? Далее у нас для тех, кто любит спеть, да, для караочников таких самых заядлых и профессионалов, да, будет интересный караоке-баттл. И там же у нас будут розыгрыши, подарки для участников компании караоке. Также у нас для модниц будет аллея красоты, тоже где-то порядка 10 локаций. Это и прически, и плетение косичек, и маникюр, и визаж, и рисунки хно, и аквагрим. Ну, то есть и для девочек, и для мальчиков, пожалуйста. Для тех, кто увлекается роботами, робототехника, к нам едет со своими мастер-классами и обучением. Ну, естественно, будут настольные игры, тоже их будет порядка 10 для, скажем так, людей интеллектуально, да, заинтересованных в развитии. Ну, если захотят ребята что-то сделать оригинально, у нас будет мастер-класс по созданию объемных 3D-подделок. Тоже очень интересное направление мастер-класса. Мастер-классов будет очень много, и они будут все разноплановые, и художественные мастер-классы, и оригами, и, скажем так, ну, всевозможные, да, и лего, пожалуйста. Также у нас будут интересные направления. Девчонки смогут своими руками сделать украшения себе для волос, серьги, заколочки, бусы, ну вот тоже, да, и мастер-класс, и наука некая, да, образование. Ну и, конечно же, у нас будет еще аппликация с желаниями ваших детей, то есть все дети одновременно смогут сделать такую вот, ну, карту мечты, что ли, да, вот в таком направлении. У нас будет очень большой фудкорт, на котором можно будет и приобрести что-то покушать, но и тем не менее
у нас будет возможность также сделать своими руками, разукрасить пряники, разукрасить какие-то там еще изделия и потом их съесть. Тоже интересное направление. Для родителей мы подготовили такую вот познавательную лекцию, называется «Как родитель влияет на эмоциональное состояние детей». И также у нас еще будет направление «Страхи детей и родителей», в чем скрытый ресурс. И в то время, когда родители, если они придут совсем маленькими детками, которых невозможно будет оставить одних, даже год ребенку или два, или три, у нас будут тут же педагоги сразу при этом центре, да, который дает мастер-классы для родителей. И еще дополнительно у нас будут няни, нянечки, которые будут заниматься детками. То есть вот это вот мы направление тоже продумали. Будет мафия Family Club Днепр нам давать такое вот тоже развлечение. Ну и для любителей спортивного отдыха у нас будет тоже аллея спорта очень интересная. Прокат гиробордов. Mm-hmm. Вот. Вот, yeah. Вот такое направление, боже мой, выговорила наконец-то. Вот. Ну и, конечно же, у нас еще, естественно, что на ярмарке самое важное, это лоты. У нас будут лоты как художественные картины, изделия, да, mm-hmm. ручной работы, украшения, мягкие игрушки. Также у нас будет карамель, пряники, сладкая вата, безе, лимонады, кислородная пенка у нас будет. Вот я смотрю, всем квас, лимонад, да. Но это еще не все. У нас также впервые будет на ярмарке проходить барахолка. Ну, впервые почему? Потому что в прошлом году мы уже проводили ярмарку. Это был первый опыт, в этом году второй, ну, естественно, да, более объемный. Угу. Так вот, на ярмарке барахолки у нас будут очень интересные вещи, изделия разных дизайнеров и селебрити. Вот здесь вот интересно. Потому что будут новые вещи дизайнеров наших днепропетровских. Это Надя Дзяк, ну, всеукраинские дизайнеры на уже на сегодняшний день, Анна Межуева, да, Алина Смирнова, но у нас также будут изделия от магазина «Калет» и от селебрити нашего города, да, и такими селебритями вот у нас является Марина Филатова, она вот буквально сначала она озвучила 4 изделия, сейчас она уже озвучила 10. Это вот очень интересные ее вещи, из ее коллекции, с историей каждая вещь. И кто придет на ярмарку, у нас будет работать ведущий. Mm-hmm. Да, они будут слышать об истории этих вещей. Это действительно такие раритетные вещи, очень интересные. Им некоторым там по 10, по 15, по 20 лет. Поэтому вот такая история. Но и это еще не все. Нас передали свои лоты «Селебрити Украины». И среди вот лотов «Селебрити Украины», так как значимые, да, лоты, это «Дневник мечты» Натальи Холоденко, достаточно известный психолог, и очень интересная вещь от Кати Осачи с ее личным автографом. Поэтому я думаю, что ребятам будет, всем, кто посетит ярмарку, будет интересно. И мы долго думали, что нам делать с такими вот уникальными вещами от «Селебрити» с автографами, и придумали для тех наших участников, кто купит наибольшее количество лотов и дорогих лотов, да, потому что лоты будут разные и один все будет... подарок. Нет, не так. Лоты разные, то есть ценовая как бы политика разная, потому что мы хотим, чтобы была возможность всем приобрести. Есть лоты за 5 гривен, за 10, а есть и за 500. Вот те, кто будут приобретать лоты от 500 гривен и выше, им будут выдаваться фишки. И затем в 5 часов вечера по окончании ярмарки мы вот проведем такой розыгрыш, да, и выставим на гран-при 3 приза от «Селебрити Украины». Mm-hmm. Поэтому, и что-то в подарок получат. И что-то получат, да. Главное, как бы цель данной ярмарки добра, это, безусловно, сбор денежных средств, потому что мы сейчас активно готовимся к фестивалю «Мама плюс я». В этом году фестиваль стал всеукраинским, и он уже охват имеет на 3 города. Это Запорожье, Днепр и Кропивницкий. Вот, и подведение итогов у нас в Киеве в этом году, поэтому объем у нас выросли. У нас уже более 7 тысяч детей, поэтому, естественно, все собранные средства от любых покупок, то ли это вещи селебрити, то ли это угощение, то ли это спортивный майданчик, любые локации, все деньги за услуги, за лоты, вот все, что будет покупаться, все, что будет предлагаться, да, все деньги идут на помощь детей. Наташ, участие в IT, да, вход платный, бесплатный? Бесплатно, в том-то вход, и ценность. А уже там на месте, там на месте каждый, это будет каждая стоить локация денег. Да. Чего-то стоит. Назовите порядок цен там от вход там, бесплатный, центр города, добраться прекрасно. Погода, мы договорились, будет хорошая. Обещали, 100%. Да. Не только вы договаривались, там вы тоже, все уже работают. Там уже все работают, да. Вот, поэтому лоты, цена лотов, скажем так,
ценовая политика на ярмарке от 5 до 1000 гривен. Вот так. Если это мастер-класс, это 20, 30, 50 гривен. Даже к нам зашли очень серьезные ребята, которые свои мастер-классы, вот так, если к ним приходят или там какие-то игры продают за 250, 300, 500 гривен, мы попросили их, что мы будем продавать, да, за там 50, ну максимум 70 гривен, чтобы люди все были могли... доступно. Да, было доступно. Что касается угощений, сладостей, там тоже очень приятная ценовая, да, палитра, есть 10 гривен, 15, 20, ну, в зависимости от того, что за угощение. А хендмейд работы, там цены 20, 30, 40, 50 гривен. То есть, имея небольшую сумму денег, но имея большое сердце, можно прийти, принять участие и помочь, да, то есть и 5 гривнами, и более, большей суммой. Ну, я думаю, что это впервые такой, да? Такое, да, ярмарка барахолка впервые у нас проходит, да. И вот даже афишу захватила, с удовольствием ее покажу, вот такая вот она у нас яркая получилась, с такими ладошками и сердцем, да, очень такая вот добрая. Узнать информацию там, ну, собственно говоря, мы сейчас повторим для зрителей наших, ну, те, кто... Мы достаточно активно, естественно, Facebook, да, Facebook и Instagram. У нас есть много информации. Нас многие знают по фестивалю «Мама плюс я». Наш неизменный телефон 789-25-25, код города Днепропетровска. Да, поэтому, пожалуйста, ну, давайте звоните. Еще раз, суббота. Суббота, 21 июля, 11:00, ресторан «Хутор». Собираем компанию, друзей, родственников. И идем абсолютно бесплатно гулять и отдыхать на ярмарку добра. И открываем свои сердца добра. Спасибо. Вот пусть вот добра будет как можно больше, чтобы потом было вам легче. Спасибо. И вот, в организации, и спасибо приятнее большое участникам. Благодарю Спасибо вас за участие. Спасибо.